Короче, сегодня у нас на обзоре два мопеда. Сельский движ. Пацаны умеют кататься, короче. Причем очень даже хорошо. Здесь у нас, короче, Рига РМР-24 с ножным переключением передач. Движок В50М. Мечта советских пацанов. Реально, короче, старая машинка. И современный, короче, мотик. Тоже 50-кубовый, 4-тактный. Но у него, короче, 4 передачи, короче. И он едет гораздо быстрее. Нифига себе, до 12 тысяч оборотов крутится. И 60 км в час максимал. А на этом пишет 50. Ну, можно сказать, 55, короче, максимал. Вот такая вот фигня. Такая дельта. А это у нас альфа. Прикольное название, похоже. Дельта и альфа. Это, наверное, эти латинские или римские цифры, да, короче? Дельта и альфа. О, бомба, короче. С ключа заводится со стартером. Также лапка есть, короче. С полтыка. Но он сейчас горяченький. Но все равно, наверное, и холодный, да, заводится? Заводится ништяком. А Мишаня тут писк кушает, короче. Да. Вот такая вот Рига. Для мелких пацанов Рига тянет нормально. А это у нас Альфа. ZS50F называется. Такой вот движок, 4-тактный. Нормальная тема. Илюха на велике дал свой мопед покататься пацану, чтобы тот проверил, как это вообще на 2-тактной кататься, потому что у него 4-тактная. Такая вот тема. У того мелкого пацана, кстати, есть тоже свой канал на ютубе. Так что, друзья, спасибо за просмотр. Буду рад. Да, тоже байкер на велике, видал? Мелкий. На таком, короче, сложнее кататься. На вот этом? Да. Расскажи свои впечатления. Да я еду, я тут сейчас не тяжело ловится нейтралка. Она таким маленьким аккуратным движением. Да, да, да. И потом проверяешь. Чисто. Я без сцепления просто так. Как ловится нейтралка на этом, короче? Ага, ну тоже выщелкивается сложно, просто у тебя есть назад, и ты не привык ее подцеплять, короче. Ну, короче, современный китаец реально выигрывает у старого олдскульного, короче, рижского мопеда. Но при этом, что у нас получается? Если ты научился на такой Риге кататься, то 100% ты будешь хорошо кататься на хорошем другом мотоцикле. А так у нас вообще перетисный ниткой кроссовый мотоцикл, короче. Ну так Альфа, Тёма возвращается. Так что подписывайтесь на пацана, у него есть свой канал. Вот такая техника. Но так по размеру, конечно, ну, вот этот больше выглядит. Этот похож на кроссовый, а этот похож на какой-то, короче, такой... Байк, да, короче, такой. Типа, блин, я не знаю. Ну, короче, байкер. Короче, сейчас Илюха чуть-чуть покажет, как он катается на своем. Рига РМР-24. С ножным переключением передач. Развороты, переключения. Ну, чисто пацаны тренируются. Ну, может, кто-то из них будет мотоспортсменом. Согласны? Тоже такая движуха. Илюха уже вот, ну, с месяц, наверное, как тренируется на этом мотоцикле. В мопеде. 50 кубиков. Ладно, покеда-покеда. Ждем лайков. До свидания.